Друзья, всех приветствую с ежегодного фестиваля Хамса Фест, который проходит в Новороссийске. Ну а как прошло это мероприятие, смотрите на нашем канале. Оставайтесь с нами. Ну, мы уже почти подошли, припарковали машину, как вы видите, как всегда на все праздники это сделать не так уж и легко. Дует небольшой ветерок, слегка прохладно, но все-таки ноябрь месяц, поэтому жаловаться на это грех. Ну, посмотрим, что подготовили нам организаторы праздника. Мы приветствуем вас на фестивале Хамса 2019. Сюрпризик к Новому году. Серега, ну расскажи, кто это? Правильно. Здесь можно пробовать свои способности по сдаче нормативов ГТО. Отжимания, наклоны. Мы уже, конечно, сдали все возможные нормативы. И серебряный значок у меня уже есть. А ну давай, Андрюха. Давай, 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 давай. Ого, Андрюха. Вы же все знаете, я вас точно буду. Ты же потом делаешь. Ну-ка, боец, давай, покажи класс. Давай. А на 5 лет сколько? 6 лет. А, 6 лет только. Так что, Серега, можешь заранее сдать. Подготовиться? Да, и у меня 5 лет. Ага, я вижу, тяжело, конечно. А ну давай, наклоны. А колени ровные надо. Ноги сильно длинные, Андрюха. А ну давай, Серега, покажи класс. Вот так надо. Давай, не сгибай ноги. Давай, давай, ниже, ниже. Давай, давай, давай. До пола давай. О, молодец. Ну ладно, с учетом подошвы, там подошвы сантиметров 10 только. Какая подошва?
Вот по рукам и считай. Нет. Да. Гламурные тапочки, как у Ксении Собчак. Как Хабиб Нурмагомедов. А в этой лавке что-то вкусненькое, аппетитненькое. Посмотрим. Хамон. А ну, пожалуй, мы тоже продегустируем. Как же все-таки все здесь аппетитно выглядит.
вот так вот. Друзья, ну немного истории, чем же знаменательна столь маленькая рыбка Хамса для города Новороссийск. Дело в том, что во времена осады немцами в 1943 году еды катастрофически просто для местного населения не хватало. И именно в этот год был грандиозно большой улов хамсы. Именно она и спасла жителей города от неминуемой смерти. В честь этого совсем недавно был установлен памятник хамсе. Так и назвали хамсе от благодарных жителей города. Вот так вот. Хамса плов выглядит очень аппетитно, присутствует целиком мидия. Будем кушать. Приятного мне аппетита. Кулинарная сцена, фестиваль черноморской рыбы. Какое сегодня число? 3 ноября 2019 год. Господа, ну на этом моменте мы закончим нашу прогулку по фестивалю Хамса Фест. Хочу выразить огромную благодарность организаторам. Все прошло супер. Интересно, весело и даже очень вкусно. Ну и в завершении по традиции, понравилось видео, поддержите лайком, задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал, колокольчик, ну и до новых встреч, пока-пока.